Сонце. А ты сви. Так, ну мы уже практически на границе. Сейчас пообедаем. Так мы и не выехали, как планировали. Нужно будет заплатить за парковку, пообедать и уже. Куда ты лезешь? У нас какая снегурочка красивая. Милен, 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 Милен. Так, сейчас мы пойдем, найдем столовую. В общем, нам здесь порекомендовали. Есть один такой ресторан. И, ну, в общем, это как во Франции. Ну, в принципе, это и есть еще Франция. Там еще границу не... Но, сэ-поля. И ты платишь за вход. Там есть детский, типа абонемент. И для взрослых. И ты можешь есть все, что твоей душе угодно. И, как мне сказали знакомые... Там очень-очень вкусно готовят. Так что мы сейчас поднимемся. А вот оно. И будем лопать. Так, Милеша, показывай. Вон, смотрите. А, ну, конечно. Так, что здесь есть? Мидии. Это вот. Помните, я вам показывала и рассказывала, что нож называются вот эти вот ракушечки. Ну, я, конечно же, возьму кальмары себе, морские улитки. Что еще здесь есть? Крабовые палочки, лангустины, салатик. Ну, в общем, все, что я люблю. Так, на закуску я себе взяла совсем немножечко. Две морских улитки, кальмар, потом здесь краб. Вот это вот взяла на всех. Тут два вида салата. Ну, Миленке вот такая вот красота. И оставила хлеб. Вот только что испеченный хлебушек. И решила оставить место в своем желудке на вкусные испанские блюда. Миленка оливки ест мои. Потому что, ну, как бы закуски можно где угодно попробовать. А мне здесь очень советовали именно испанскую кухню. Ну, в общем, пойдем, когда справимся с закуской, пойдем в большой зал, и я покажу, что они здесь предлагают. Так, вот, смотри. Тарелочку бери. Накладывай. Сейчас покажу, что здесь. Мясо, грибы. Это язык, похоже. Накладывай столько, сколько хочешь. Там перец, мидии, курочка. Ну, вот это что-то интересное. Плохо, что не написано, что здесь. И вот это вот, что я обещала показать. Это все на закуски. И салаты можете сами себе приготовить, положить все, что вам нравится. Так, и что здесь еще? Ага, ух ты, какие улиточки. Улитки в соусе, смотрите. О, Миленка моя по фрите выступает. Милеша. Так, ну я себе тоже что-то возьму. Хотела паэлью попробовать, а ее нет. Пустая тарелка. Сковородка, вернее. Так, ну, что сказать. Я разочарована. Я так хотела попробовать паэлью, потому что мне ее так нахвалили, а ее не было. В общем, взяла я себе... одну тефтельку, потом тушеный кролик, тушеная курица, патат дусы, это сладкий картофель, немного перца на гриле, немножко салатика, помидорчики черри и оливки. Вот так вот. Зря мы сюда приехали. Ну, расстроилась я, честно говоря, потому что мне так нахвалили. Не, представляете, девчонки, все-таки справедливость существует. Пошел муж брать свою порцию и принес мне паэлью. Говорит, только-только с кухни принесли целую сковороду, абсолютно свежайшей. Так что буду я сейчас, вот видите, а я тут сидела, рассказывала, какая жизнь у меня не сложившаяся. Ой, какая красивая. Ладно, девочки, все, приятного аппетита. Буду я пробовать хваленую паэлью. Действительно ли она такая вкусная, как мне про нее рассказывали. Что ты будешь? Пастек?
А, ну, здесь сколько всего? Киви. Киви? Еще? Апельсинчик? Вообще, конец декабря, арбузы, дыни, ананасы, груши. Очень красивый стол, конечно, на десерт можно. В общем, это не для тех, кто на диете. Персики, различные пирожные. Выпечка, сыры. Вот это вот даже не знаю, что. Ага, сверху написано, что это. И, ой, какой шоколадный торт. И мороженое еще есть. Смотри, как люди вот это все едят и не полнеют потом. Надо год на диете сидеть, чтобы приезжать сюда и есть. Так, и это у нас тигровые креветки, приготовленные на гриле. Рядышком это, как они называются, щупальца кальмара, и рыбка тоже, она приготовлена на гриле, это налим. Очень-очень-очень вкусно. На десерт я себе взяла арбуз, немножко винограда, дыню, кусочек хурмы и кусочек свежего ананаса. Ну и перед десертом будет совсем-совсем немножко сыра. Снова наша Снегурочка-красавица. Да, он выплясывает. Смотрите, какое интересное. Да, папа, он смеется, говорит, а я тогда Дед Мороз. Да, вы прекрасная пара, на вас можно деньги зарабатывать. Смотрите, какое построение наверху горы. Интересно, что там было. Надо будет посмотреть по карте. Не снимай, я раздеваться придумала. Жарко, говорит мне. Так, давай сумочку свою. Да, решили зайти посмотреть, почем здесь цены на границе. И потом сравним, что в самой Испании. Давай, заходи. Вот так. Супер. Смотрите, какая красота на подарки. Всего 14 евро. Вот эти вообще по 8,50. Какие интересные. Вообще класс. А что там оно? Что там находится? Что там у нас? Они не написано. Крем, гель-душ. Обалденно классно. Так, ну я думаю, я Любаньке свои такое возьму. Что внизу? А может, внизу с коробочкой? Там и ящичек будет для косметики, для хранения косметики. Ну вот это очень, конечно, поливальники такие оригинально. Ну, мы наконец-то добрались, представляете? Уже сейчас вечер, сейчас покажу нашу квартиру. Вот здесь вот вход. И сразу наша спальня в таком чисто испанском стиле. На кровати, девчонки, знаете, что вот эти два больших пакета? Там парфюм. Я сегодня оторвалась по полной. Смотрите, больше, чем на 400 евро накупили. Чего там только нет. Ну, это попозже покажу. Сейчас покажу наши апартаменты в Испании. Мы в Испании, да, а то я так тараторила, но я, как всегда, знаете, как тараторю, а главное так и не сказала. Ну, это спальня обычная, и сейчас пройдем в Миленочкину комнату, вот это коридор, и сразу здесь большие батареи, очень тепло в квартире, так, свет, и здесь вот ванная. С перегородкой, тоже дом старого типа, видите, окна такие. И, ой, а здесь как красиво сделано, вообще обалденно. Я люблю все такие, люблю такой старинный интерьер, мне очень нравится. Фонарики, входные двери, ну и лаванда стоит. Вот, цветочки, вообще классно.
натуральный мрамор. У нас в старом доме точно такая же была столешница, да, или как она называется. Обалденно, конечно. Классная. Ей сносу нет. Раз поставила, на всю жизнь хватит. Ну, все очень чисто. Смотрите. Просто великолепно. Сантехника вся новая. Так, ну и сейчас Миленочкину комнату покажу. К тебе можно? Ну, это комната нашей принцессы. Ну, видите, как? Ну, не получается. Я на телефон снимаю, не на камеру. Вот вход. Такой вот коридор. Наверное, где-то, ну, метров 6 длиной. Детская. Да, мамины ботинки. Отнеси в мою комнату, отнеси. Вот такой же старый потолок. Детская. Здесь тоже стул. Ой, какие лампы красивые. Миленки красивее. У нас там огромная терраса тоже прилагается. Тоже старинные какие окна, ставни. Фонарики. Полотенца в каждой комнате. Ну, все, все как положено. Коврики. Ох, я уже и куклу свою разложила. Так, ну ладно, Миленка зовет. Пойду к Доте. Не, ну вы только посмотрите. Она уже пристроилась. Ванна, кстати, очень удобная, низкая. Большая. Вот... Да, большая. Чем... Не скачи. Чем удобно, вот, например, если там больные ноги или пожилой человек, то она, в принципе, как вот душевая кабинка высотой. Поддон вот этот вот. У меня дома высокая ванна. Ох, и балованная ты, балованная. И батареи тоже в коридоре есть. Очень тепло. Я пижамы взяла. Но я думаю, что они на мне понадобятся. Ты уже развесила все. Моя ты девочка. Вот это вот настоящая женщина, да. Первым делом что? Все свои наряды повесила. И теперь можно отдыхать. В душ и спать. Кушать, да? Хорошо, тогда кушать, а потом спать. Ой, ты моя сладкая. Миленка, Миленка, на-на-на-на-на, шире. Тут не видно, сейчас темно. Терраса такая большая. И пальма. Ой, ну я утром покажу, сейчас уже поздно. Сейчас мы поедем, поужинаем. Ой, какая. Ему не видно, жалко, такая красивая. Пойдем, 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 пойдем. Да, днем, наверное, здесь вид вообще очень красивый. Поздно мы добрались, но ничего, самое главное, добрались. Воздух такой свежий, классно вообще. Ой. Тут еще и бассейн есть. Так, по ступенечкам, давайте мне ручки. Сюда летом приехать вообще шикарно. Ой, какие пальмы красивые вокруг. Да, писин, Миленка. На-на-на-на, атенсион, Милен. Или ферми? Да-да-да-да. Не, он закрытый, доченька, он закрытый. Пойдем. Так. Ой, какой дом красивый. Все, здесь уже не видно. А, нет, видно еще. Еще видно. Кактусы. Ладно, всю красоту буду показывать завтра. Завтра, завтра, завтра. Здесь терраса тоже классная. Вообще обалденно. Все, мы дома. Наконец-то я немножко разобралась. Миленку отправила в ванную. В общем, она купается. Покушала. Вроде бы и в обед неплохо поела. Ну, что ж поделаешь. Мы с мужем выпили по коктейлю и по чашке кофе, и все. После такого обеда никакого ужина, в общем, ничего в нас не вошло. Сейчас папа наш работает. Ну, у нас это, как всегда, отпуск, не отпуск. Работа, она... Ну, ничего не поделаешь. И тем более я сегодня утром на него наругалась. У меня вот девчонки хотела спросить,
с самого утра вопрос в голове крутится, почему иногда попадается, когда открываешь капсулу с контактными линзами, попадаются линзы, которые вот как бы скручиваются вот так вот в трубочку. Ты пинцетом достаешь, а она вот так вот вся скрученная. И как бы вот такие вот линзы я трачу, наверное, минут 20-30, чтобы установить в глаз. То ли это марку нужно менять, в общем, фирма не та, то ли это нормальное явление, в общем, я не знаю. И я сегодня собирались мы выехать рано, вообще, ну как рано, вообще думали часа в 4-5 утра, пока трафика на автодороге большого нет, и думали, что как бы пораньше выйдем из дома, пораньше приедем, ну и в общем все успеем, но не тут-то было. В общем, проспали, это первое, второе. Я с этими линзами, в общем, начала злилась. Ну, знаете, когда не получается, начинаешь злиться, начинаешь спешить, оно еще больше не получается. Ну, это не только я такая, я знаю, знаю, что говорю. И потом мужчины. Вот как у вас, девчонки, у меня всегда все откладывает на самый последний момент. Почему-то утром перед отъездом вспоминается, что важному клиенту не было отправлено письмо, и нужно ему немедленно его отправить. Потом, значит, нужно побриться. Почему нельзя побриться вечером, к примеру? Потом еще что-то вспоминается, потом еще что-то вспоминается. Ну и, короче, отъезд откладывается как минимум на 2 часа. Мы сегодня... Сколько мы добирались? Да, наверное, часов 8. Потому что выехали позже и останавливались в дороге, потом останавливались за парфюмерией, потом останавливали, ну, в супермаркет сначала зашли, посмотрели, там кое-что купили, но это я уже дома потом буду показывать. И вот так вот, вот так вот. И я же с утра наехала, говорю, слушай, ну, договаривались уже, что выедем рано, и так уже проспали, и так уже 9 час, а ты тут начинаешь, то то, то другое, так вот. Перезвонил сейчас, в доме есть интернет, все, ну, как положено. И сейчас после всего, после дороги, короче, сидит, работает, отправляет там то, что надо. Ну, вот такие вот пироги. У меня вообще первый раз такое за всю мою жизнь, что Новый год я буду встречать, ну, вне дома. Даже когда мы ездили в Украину, но как бы там тоже ж мама, ну, это как бы родной дом и так далее. Но так, чтобы вообще-вообще в другой стране, вообще-вообще без родственников, без друзей. В общем, не знаю. Мы завтра, наверное, если получится, пойдем в один ресторан. Нам его порекомендовали. И если... Все будет классно, то, наверное, Новый год будем отмечать там. Вообще не знаю как. Я никогда так, всегда дома, всегда готовлю. А в этом году мне муж говорит, слушай, это, говорит, надо как-то менять твои традиции. Что ж ты, говорит, на Рождество? Ну, он, конечно, видел, что я и то, и то, и то. Ну, взять мой вот этот вот гратен готовил и... Там кое-что, что-то еще он делал. А, вот это вот яблоки, не яблоки, а каштаны запекал с этими. Я думала, что Наташа делала, а оказалось, туда и то зять сделал. И, в общем, основная масса, конечно, пришлась на меня. У меня муж не любит, когда я вот так вот подпрягаюсь и на большие компании готовлю. Он как-то себя то ли виноватым чувствует. Ну, в общем... В общем, вот такой вот два подарка, о которых я говорила. Еще не знаю, вернемся, наверное. Артур тоже звонил, говорит, мама не получила. Говорю, нет, еще не говорит, что. Не знаю, что. В общем, сюрприз для меня. От мужа вертолет. Не знаю, может, завтра получится испытать. Это, конечно, у меня уже аж вот так вот все бегом-бегом. Мне же интересно, любопытно, как он будет снимать. Я так, конечно, посмотрела несколько видео, посмотрим. Я думаю, интересно будет, потому что, и что самое интересное, возможно, что ты включаешь вот эту систему, он за тобой летит и тебя снимает, вот когда я хожу на своей вот этой вот дорожке, на виноградниках, ведь можно будет не только, потому что я иногда или впереди себя снимаю, или себя, себя вообще неинтересно снимать, когда ты на природе, где красиво. И он за тобой летит, там, короче, слежение объекта, объект это буду я, вернее, как мой телефон. И вот этот вертолет с камерой будет лететь и снимать непосредственно меня. И вот это вот все
всю территорию. Но не знаю, мне ужасно хочется попробовать. И надеюсь, что завтра все это получится. Ладно, девчоночки, пойду я Мелешку достану из ванной. Сама приму душ. И будем мы отдыхать от 8-часовой дороги. Представьте, в Испании у нас самое долгое, длительное время. Вот по GPS этот навигатор показывает максимально, ну, 2:30. Это от дома до Розес. Это Розес, он дальше еще, чем где мы сейчас. И то. А тут мы 8 часов, короче, добирались. Ладно, все, мои хорошие, целую, обнимаю и до встречи завтра. Всем хорошего настроения и всех поздравляю с наступающим Новым годом.